The Russian president says a military operation is now underway in eastern Ukraine. Ukraine has declared a state of emergency. The full-scale invasion that intelligence officials had been warning about for weeks is now underway. And there are reports of explosions and attacks at several major Ukrainian cities. Ранним утром 24 февраля многих жителей Украины разбудили взрывы. Ух, банан! Банан! Ваня, банан! Банан! В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Шановні громадяни України, що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу.